Всем привет! Сегодня 15 января 2024 года. И мы наконец-то переехали. Я хочу вам провести рум-тур по квартире, которую мы получили от государства в Ирландии. Сразу скажу, что мы стояли 7 лет, ждали, чтобы получить квартиру. Потому что снимать в Ирландии, в Дублине, очень-очень дорого. Ну что, приглашаю вам прогуляться по нашей новой квартире. Это квартира в новом доме. Это наша Кирюшка встречает. Мы находимся в коридоре. А вон Ивка. Дальше. Здесь у нас по правую сторону бойлер. По левую сторону у нас стиральная машина. Это мы въехали, все было. Домофон. Дальше прямо мы попадаем на кухню. Здесь у нас холодильник. Здесь у нас морозилка. Микроволновка, шкафчики, плита, духовка. Место для посудомоечной машины. Там пока стоит у нас мусорник. Все вот это было встроено. Дальше обеденный стол и 4 стула. Это наш ливинг-рум. Ливинг-рум совмещен с кухней. 2 чайных столика. И 2 кресла были здесь. Сыночек, помаши ручкой. Молодец. И этот диван тоже был. Вот еще раз показываю. Это наша гостиная. С правой стороны у нас ванная комната. Свет включается автоматически. Душевая кабинка, унитаз. Раковина. Сразу мы здесь попадаем в спальню. В спальне стоит двухспальная кровать, 2 тумбочки по бокам, еще одна тумбочка побольше, 2 огромных окна, шкаф двухдверный и вход в ванную комнату. Но отопление, посмотрите здесь, какой у нас обогреватель. Электрический и такой маленький. Ладно, идем дальше. Это издалека, если будет выглядеть вот так. По левую сторону комната, по правую сторону комната и туалет туда. Также балкон. Я открывать не буду, там очень холодно. Вон крыша у нас белая. Вот какой у нас вид. Там вдалеке море виднеется. А с правой стороны горы. Ну, не горы, пригорки. 2 трубы – это порт. Короче, вот такой вот вид у нас из ливинга, из гостиной. И там видны ирландские возвышенности. Вид шикарный, прямо скажу. Мы находимся на 5-м этаже. Так что красота. Это наша Ивка в лежаночке. Греется под батареей. И Кирочка там ходит. Кирюшка, отсвечиваешь ты, плохо тебя видно. Места сейчас у нас много, так что буду почаще снимать моих собачек маленьких. Ладно, пройдемте во вторую спальную комнату. Здесь у нас пока что сложен наш хлам, наши вещички, наше богатство, нажитое за 17 лет в Ирландии. Ладно, продолжим. В этой комнате также 2 больших окна.
две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, одна, вторая, отопление, вот такой радиатор электрический, пока включен, тепло выключаешь, сразу холодно. Короче, греешься, пока электричество жрет. Еще такая тумбочка. На три ящичка. Шкаф без дверей открытый, с полочками. С левой стороны шкаф от пола до потолка двухдверный. Вверху полочка и две штанги. Там еще один наш кулечек. И из этой комнаты также можно зайти в ванную комнату. Свет здесь сенсорный. Вон лампочки, не знаю, где сенсор. Он включается, когда захочешь. Иногда ночью. И ванна, сама ванна. Все новенькое, чистенькое. В ванну еще не ходили. Так вот, раковина, унитаз. И плиточка все еще чистенькая, нулячая, такое красивенькое. Это я там. Ну, что я вам могу сказать? Мы очень ждали этого момента, этого переезда. Мы жили в маленькой студии. Там очень мало места было. Вот мои девочки пришли. Да, будете теперь чаще сниматься в роликах. У нас места теперь много. Так что потом подробнее расскажу, как мы переехали. Что для этого надо было. И вообще, я хотела с вами поделиться, что я очень-очень счастлива новому жилью, в новом доме. Это, конечно, находится подальше от центра. 40 минут на автобусе. А там у нас 10 минут на автобусе было. Или полчаса пешком можно было до центра дойти. Но сейчас до центра не дойдешь. 10 километров от центра живем. Так что всем спасибо за внимание. И с новосельем нас. До новых встреч. Пока-пока.